Сегодня 11 июня 2022 года. Прогуляемся немного в окрестностях Грит-Сити, Бангладеш. Посмотрим, как живут люди. Сейчас проходим через сад личи. Местные жители культивируют личи. В пути встречаются деревья цитрусовые с довольно крупными плодами.
Привет. Привет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Дети здороваются. Привет. 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 Эти фрукты похожи на кокосовые орехи, но внутри у них что-то такое похожее на мармелад. Немножко сладковатый. Не, спасибо, я уже пробовал. Спасибо, лучше детям. Не, спасибо, лучше детям. Не, спасибо, спасибо. Лучше детей лучше угостите. Хлебное дерево.
Климат здесь тропический. Влажность воздуха высокая. На улице приблизительно 32 градуса. По ощущениям будет как 42. Довольно часто встречаются пруды, в которых местные жители разводят рыбу на продажу, живут за счет продажи рыбы. Привет, привет. Дети здороваются все. Привет. Здравствуйте. Местные жители при встрече здороваются всегда. Местная маршрутка на электрической тяге. Бананы.
здесь же лаймы растут. Капуста посажена.